уникальную операцию с использованием голографической визуализации впервые провели в Краснодаре. Хирурги краевой больницы номер 2 удалили у молодой девушки две большие кисты в печени. Операцию выполнили малотравматичным способом. Благодаря объемному изображению органа врачи смогли увидеть расположение новообразований и удалить их без повреждений жизненно важных органов. Сложность была в том, что еще первое подчеркиваю, что она ее большие размеры, второе, что она находилась в тесном контакте с важными органами. И такими, как нижняя полая вена, вена суперсного кишка, правая почка. Поэтому подготовка к операции длилась достаточно длительное время. Мы выполняли ряд исследований современных, в том числе МРСП, там, МРТ с контрастом. Одна киста размером была до 20 сантиметров, в диаметре где 10 на 15, а вторая где-то 10 на 12. Благодаря опытным врачам и медицинскому персоналу операция прошла успешно и без осложнений. Инновационные технологии помогают медикам повышать точность операций и снижать риски для пациентов.